Что ни день, то новые музыкальные трофеи. Димаш Кудайберген стал победителем международного фестиваля Asia New Song, который состоялся в Китае. Этой радостной новостью певец поделился с поклонниками в своем Instagram. На самом же торжественном мероприятии Димаш поприветствовал публику на двух языках – казахском и английском – и сказал, что музыка не имеет границ, и выразил благодарность за признание его таланта. Ассаламу алейкум, хурметте, университет хаум, таджахау, уши димаси. Hi, my dears. Добавим, не оставили Димаша Кудайбергена без внимания и в Казахстане. Вчера в Астане на международном фестивале Астана Даусы певцу также была вручена престижная награда, за которую он поблагодарил свою команду, поклонников и родных, выложив в сеть фотографию новенькой статуэтки. Что ж, этот год для Димаша стал урожайным на музыкальные премии, с чем мы его и поздравляем.